Он у нас кандидат в президенты, духовный наставник или наставник партии наставник, «Правое дело»? Наставник, да. А мне кажется, надо про «Правое дело» говорит наставник. Наставник, то есть тут синонимически грузило. Нет, наставник. Вот, режиссер, журналист, кстати. Был, да. Честно работал на журнал «Столица» у Яковлева. А почему прекратили? Вы же сами как-то свернули? Нет, было удивление. Однажды я привел рекламодателя, удивляясь, что в таком издании, которое по тем временам, ну, всех сделало, это было объективно, потому что скупили всех лучших журналистов, ну, не лучших, одних из лучших. Андрей Колесников, ну, там много. Ну, неважно, да. Да. И я привел рекламодателя. Это металлургическая промышленность, и должно быть все сытненько, хорошо. И неожиданно мне в отделе, который занимается рекламой, что это имиджевое издание и не нуждается в рекламе. И тогда я понял, что для Яковлева это больше действительно имиджевое издание, так показать, как можно делать журнал, и без всяких привязок вот к какой-то окупаемости, к какой-то выгоде. Ровно год он просуществовал. И ровно через год он завершил свою деятельность. Я перезнакомился с очень хорошими людьми, по сути дела, с большей частью журналистики тех времен, такой пиковой журналистики. Поработал в журналистике. Потом я в «Версии» работал у «Боровик». Ну, это уже так, это по следам. Вы работали штатно или, штатно, или да, подрабатывали? Штатно. Вам нравится писать? Да, я люблю писать. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».